Сегодня, друзья, готовим попкорн. Берем кукурузные зерна, соль и подсолнечное масло. Немножко нам понадобится. На сковороду выкладываем кукурузу и накрываем крышкой. Слышите, как она лопается, раскрывается. Крышку открывать не стоит, потому что опасная. Шутка, конечно. Вот такая мисочка попкорна вышла. Дяба посолил. Он любит соленый. Кому как нравится. Кому-то может нравиться сладкая кукурузка. Ему соленая больше. Во время того, как вы готовите, друзья, обязательно накрывайте крышкой, потому что она, когда нагревается, эти зерна нагреваются, и она разлетается во все стороны. Будьте осторожны. Готовьте. Легко, просто и вкусно. Всем приятного аппетита.